субботу из сотни бойцов со всей области судьям предстояло выбрать только три состава, которые будут бороться за лидерство в ЦФО. Каждый участник выходил на ринг против двух соперников. Мало повалить оппонента, пока тот не начнет сдаваться. В каждом поединке бойцы сражаются еще и против самих себя. Нередко эмоции, адреналин и спортивный азарт приводят к ошибкам во время боя. Для каждого участника этот турнир – ступень на более серьезный и масштабный уровень, поэтому у парней не было права на ошибку. Победителей определяли в четырех категориях. Три из них – возрастные. Это юноши, юниоры и мужчины от 18 лет и старше. Отдельные итоги по общекомандному зачету. В них пальму первенства завоевала Академия боевых искусств «Будасан» с отрывом в 114 очков от ближайшего соперника. Первенство чемпионата ЦФО пройдет также в Иваново 11-12 марта, где мы ждем наших фанатов, любителей сборной, любителей смешанных боевых единоборств. Все до единого останутся заряженными. Сильнейшие бойцы по результатам весеннего тура получат путевки на первенство России. Сейчас у тех, кто прошел региональный отбор, есть месяц на восстановление и подготовку к следующему этапу. Денис Воробьев, телекомпания «Барс».